Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. И мы как покопаем картошку. Сейчас покажем, как мы копаем. Мокрицей маленько подзатянуло. Перед этим скосили ботву. А это вот выбрали, выкинули. Так в рядках. Вся вместе пока. Вот это кормовая у нас. Тушечка. Но раньше была луговая, потом Невская. Такая. Название даже уже и не помню. Тут, наверное, Бородинская, вот розовая. Какая-то идеал. Есть экземпляры очень большие, хорошие. Это желтенькая, она как бы кормовая считается у нас. Желтая кормовая очень хорошая нынче, хотя и засуха была, а сейчас вот дождик пролил, и она грязноватая. Вот так идет. Вот идем так в следующем. Вот картошечка сыпется. Так идет копка. На задах у нас вот такие конец. И вот серединка пустая, а это выбираем. Вот так пошло. Выкидываем. Идет уборка картошки у нас. Вот столько мешков мы уже убрали. Идет по очереди рядок. Копаем, рядок остается. Потом собираем, она подсыхает. Следующую копаем. Такая картошка розовая. Сказали, что это идеал. Вроде бы.
Огород сыроватый. Вот такой. Вот кучками так скидываем, она у нас подсыхает. Подсыхает, потом собираем. Где подсохло уже, в мешки укладываем. Вот такая белая, это Невская. Хорошая, крупная. Вот это вроде бы тоже идеал. Подсыхает. Погода у нас. Плюс, наверное, 20. Пришли к нам бабушки помогать. Вот такая розовая тоже всякая. Вот это вот такая с глазками. Вроде бы бородинка. Такая большая. Сохнет.